то есть спускаться. Не, честно, Батлер, я просто последний раз на этот в этот месяц Иметь. Играл давно, и я тоже с этого места стартовал. Я помню, что через метров 100 ленты нас носить. Уже приняли. Ну, может быть, что-то другое в этом месяце стало. Но я помню, что у нас уже был бой сразу. Ну, я надеюсь, что с кем пробежать. Окей. Так, ладно, парни, давайте строимся гуськом. А кто возьмет трубу? Труба надо кому-то. Generation kill. Бля, я только от стоматолога пришел, блядь. Он сильно не прошла, поэтому я базарить хуево могу. Кому трубу скинуть? Один на дальний. Ага, да. Парни, повторяю еще раз, это за мной бежим, не отклоняемся, триггер рядом, вообще вот эта дорога, это триггер. И вот нас, которая. А вдоль дороги бежим, но на дорогу не выходим. Оружие за спину не убирать? Можно убрать. Побежали. Бежим, не оглядываемся. Парни, так, секунду, к нам Хаммер подъехал. Парни, встречаем, к нам сюда Хаммер поднимается. Давай передрыв, не знаю откуда. Скорее всего, в лесок он заехал сюда. Так, ну мы залегли, получается, да? Ну смотрим. В лес, не углубляемся в лес. Так, отделение, давайте, все, рывок. Азимутом 70 на город, рывок. Грей, нормально там у тебя? Да, вроде бы все, окей. Оп. Так, отходим, отходим. Да, Хаммер, его вижу. Бьем. Грей, попробуй отстрелить его. Там два Хаммера. Господин, куда? Отступайте. Так, парень, тишина, залегли пока. В ответ не стреляем? Не-не-не, все, типа умер, блядь. Лупит рядом, сука, кто-то, блядь.
Хаммер приехал один. Отлично. Давайте перекличка ДТЛ. Занимаюсь здесь. Слудзак. Ктулху. Салат. Прикольно. Бин. Доцент. Зима. Зима здесь. Охуенно, у нас три человека, блядь. Я живой, что же? Ну я тоже, зима вон живой. Короче, лежим пока зима. Принял. Бетер, что там, живой, нет? Да что по поводу 1-1, подъедешь, нет? Ой, блядь, я его вижу, и он прям нас стреляет. Да, не шевелюсь, вроде поднялась травка. Один один, бетер, другой свободный. Бетер есть, нет? Да, кстати, нет, смотри, я тебе сейчас меточку дам на огневую позицию и меточку дам на камер М2. Будешь подъезжать, будешь работать. У нас что устреляет М-ка? Батов живой? Батов? Кто живой еще остался? Да я тут просто метки ставил. Зима рядом. Так, Хаммер я вижу, отъезжает, сейчас вот за дом, за кустики встал. Вышел водитель из Хаммера. Да-да, наш на 50 от нас. А также напомните, на высоте пехота вроде есть. Сейчас метку дам. Что там, М2 переезжает, да? Вот он на 50 от нас стоит, прям за деревом желтым, слева от домика красного. Встал левее дерева, видишь его, прям вот, получается... Я его не вижу, но сейчас Петр подъедет сюда к нам, будет работать. Я принял, я его наблюдаю, он сейчас от нас на 50 ровно. Там, скорее всего, за Хаммером всего один сидит водитель. Жестко нас тут приняли. Ну бывает что. Бетер 2-1 есть? Гляньте на карту, это там он стоит, Хаммер, вот я поставил зима. Или я ошибаюсь, в деревне? Ну, я его визуально не наблюдаю, поэтому не знаю. Ну, ориентировочно, да, там. Все, принял, все. Ну вот он не уезжает, он встал, я его вижу, в принципе, он там.
Так, начал движение, Хаммер. Движется к дороге, к триггерной, которая... Нет, остановился. Второй рядышком с ним, прям вот сейчас бы, да, БТР бы помог. Уезжают, уезжают, начали движение. На восток будут уходить. Батов, ушли они за гору, в принципе, мы, может, и можем двигаться. Давай, Дима, попробуй в сторону города. Короче, на 70 бегу. Ну, 80, так. Они отъехали. Так, ну я сдохну, пока бегу. По тебе работают, да? Нет, нет, еще вижу слева от меня, это кто? Своих вроде тут нету. Не-не, свой с рюкзаком бежит в деревню. Может, доцент что-то не мог КВ настроить. Не было контакта, сейчас буду проверять, отдышусь чуть-чуть. Подошел к деревушке, к зелененькому домику. На холме этот враг. Поставил на себя метку. Так, и да, и доцент со мной рядом. Доцент. Слушай. Чего у тебя с рацией, так и не работает? Доцент, а что ты не на КВ? Так, это, работает рация, нет? Нет, на капслок попробуй нажать. И частоту ты поставил? Ты частоту поставил? Да. Ctrl-P поставь частоту там, посмотри, Батов. 91,3, да? Нет. Давай, сказать, наверное, можно. 317,6. Пожалуйста, а как его ставить? От тебя, Азимут, 50, смотри, высотка там есть. Что-нибудь видишь, нет? Сколько вы, Батов, скажи, пожалуйста. Так, подожди, давай-ка я тебе свою выброшу, ты ее подберешь. Сможешь подобрать? Я свою выкину. Да, работай. Мы в этом городе не работаем. Смотри, мою подбери, свою выброси. Подобрал, слышно меня, ребят? Нет. Так, подожди, а где твоя? Ты свою выброси? Доцент, свою выбросил? Я уже выбросил, она где-то здесь валяется. Бля, заебись, теряя без рации. Азимус 70, давай, перебегай. Это, Батов, подожди. Стоп. Рацию где-то я ему подарил свою, настроенную, да, а его не могу найти. Да, вон там, где ты ищи. Доцент, глянь, пожалуйста, она может у тебя в рюкзаке, потому что нету, я гранату нашел только. Нашел. А докторов-то нет, у меня рука для кровотоки. Так, я на КВ, слышно меня?
А, там один хаммер, да, работает, больше нет никого. Так, зима на КВ. Азимут 80, ждал, перебегайте. Принял. Доцент, посмотри пока, или... Ну, хотя пошли. Поднимаемся, да? Да-да-да, на холм. Так, ну я возле вышки, метров 100. К ней подходи. Не-не-не, все, ложимся тут. Около вышки остаемся, да? Сетки наши, да? Вроде как да. Слушай, тут, короче, М2 шьют, поэтому залядьте, блядь, не высовывайтесь. Минус один, командир. Окей, молодец. Прямо около вышки. Так, вроде М-ка, да, стреляет?
Наблюдаю, Хаммер идет на восток, юго-восток. Отъезжает от деревни. За холмом за этим проходит. Командир жив? Дантис жив?